YouTube-канал «Полезные советы». В рамках серии передач «Рекорд Украины. 20 творческих профессий» представляет вашему вниманию Сергея Бедусенко «Поэзия на крыше». Добрый день! Мы находимся на крыше мира. Прекрасно звучит, да? Разговор пойдет о поэзии и языком поэзии. Стихи на асфальте. Шел я как-то проспектом, широким, лихим, меж зрачков и сигналящих бестий. Вдруг гляжу, на истертом асфальте стихи в самом столпотворительном месте. Боже праведный, да за какие грехи! И какой современный Иуда вас безжалостно предал, святые стихи, бросив под ноги праздному люду! Или в мире попсы, да словес шелухи, меж наживы вражды и насилия, все от вас, как от чад, отказались стихи, и вот так в одночасье забыли. Ничего не сказали стихи мне в ответ, от обиды лишась дара речи. Я их поднял, зенитом вернул звездный свет, распрямил их поникшие плечи, крылья вырастил, вновь говорить научил, дал любви им в дорогу, как хлеба, улыбнулся, до встречи, дай Боже вам сил, и отправил на родину в небо.